Добрый день, дорогие друзья! Как это канал у меня новый, поэтому хочу познакомить вас со своим попугаем Рики. Это девочка. Ну, зовут ее Рики, потому что изначально мы думали, что это мальчик. Потом, когда она снесла несколько яиц, и мы поняли, что это девочка, ну, мы уже перешли на то, чтобы называть ее она, но имя мы так и кличку ей так и оставили, Рики. Что она у нас умеет делать? Говорить она у нас мало говорит, кроме слова «папа» и там нескольких других там звуков смешных, и все. А так она любит танцевать и петь любит у нас. Кричать тоже, конечно, очень любит. Под видео я оставлю несколько ссылочек на ее видео. Сейчас она занята обустройством, наверное, гнезда. Хочет снести яйцо. Вот так вот она копает. Обычно, когда она копает так, значит, скоро будет яйцо. Вот такая у нас малышка. Красавица. Вот такой у нее домик. Скажи что-нибудь, Рикеньке. Занята, я ей мешаю. Ну ладно, Рике. Кроме попугая, у меня есть еще и аквариум, который я вам покажу в следующем видео. У меня есть еще второй канал, тема которого аквариумистика. Поэтому я создала еще этот канал, где я буду загружать видео, не относящиеся к теме аквариумистика. Здесь будут все другие видео про хозяйство, про кулинарию, про кухню, про дом, про все что угодно. Ну вот и все, дорогие друзья. Подписывайтесь на мои каналы и увидимся с вами в следующем видео. До свидания.